Все мы знаем, что грушинские фестивали... Спасибо, спасибо большое. Все мы знаем, что грушинские фестивали прекрасны открытием новых имен, дарящих нам новые песни. И сегодняшний фестиваль тоже открыл новые имена. В славной плеяде его лауреатов появились новые имена, которые мы сейчас с вами услышим. Сейчас наш вечер продолжают новые лауреаты. Открывает эту часть нашего вечера Ирина Орищенко, город Усть-Каменогорск. Поздравляем! Да. Ирина. Раз, два, три, раз. И вот пока Ирина подходит к микрофону, я обращаюсь к центральному телевидению. Вот читаю письмо, которое пришло в их адрес. Просьба выключить большие прожектора, слепят глаза, не видно сцены. Спасибо. Значит, я думаю, что они с мнением народа посчитаются, и если им это и необходимо, то будут пользоваться этим, ну, вполне в разумных пределах. О, спасибо, вроде выключили, да? Или нет? Ну, я думаю, что голос народа до них дойдет. Пожалуйста, Ирина. Песня посвящается моим друзьям, которые уезжают из Казахстана. Через силу разжать, а что в ней осталось? И долго в вагоне трястись в чужом и холодном, и снова пролистывать жизнь. А ливень по окнам стекает осень, по водостокам ветров. И день приносит необъяснимость потерь. Птица лето, перо, и полыхает пожаром город. Теперь листву собирают ветра, как сплетни соседи. Кому-то еще не пора, а кто-то уедет. И будет в вагоне трястись в чужом и холодном, и снова пролистывать жизнь. А ливень по окнам, но сквозь осенний и дымный воздух звонок, ворвавшись, вскинет на плечи руки твои. Между расставанием и встречей столько дорог, но не на каждой зовут и греют огни. Спасибо. Большое спасибо.